Язык структурированных запросов, SQL, является наиболее популярным языком, используемым в реляционных базах данных. Более того, многие современные NoSQL решения также берут за основу синтаксис языка SQL, чтобы новый язык запросов было проще освоить. Существует стандарт SQL, и большинство современных диалектов соответствуют ему, хотя есть и некоторые различия в синтаксисе, характерные для конкретной СОБД. Наиболее распространенным диалектом языка SQL является язык запросов Oracle Database. СОБД от Oracle является популярным решением для высоконагруженных сложных систем. Наиболее популярной свободной реляционной СОБД является MySQL. Эта простая и популярная СОБД используется в большинстве веб-сайтов. И также мы будем работать с ней в рамках данного курса. Помимо этих, следует также отметить несколько менее популярных СОБД, поддерживающих язык SQL, но также часто применяемых на практике. Среди них Postgres, являющийся практически постреляционной СОБД. Microsoft SQL – СОБД, широко распространенная на серверах на базе Windows. SQLite – очень простая СОБД, используемая, как правило, для локальных приложений. Access – альтернатива SQLite от Microsoft, обладающая множеством дополнительных функций.